нет, нет, куда я сейчас попаду? Ой, нет, это дырка! Гоёсики, и тут, ребята, такая штука, смотрите, мы провалились в пещеру, а тут летучие розовые квадратики, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Смотрите, если мы к ним подходим, они со своих стен этих айсп, ай-яй-яй-яй, снимаются и за нами пытаются гнаться, смотрите, оп-оп-оп-оп, а, видите, но не догоняют. Ой, нет, этот решил все-таки догнать нас, нет, ай-яй-яй-яй-яй, летучая мышка все-таки погналась за нами, получай, и ты получай, все. Уничтожили мы двоих, и нужно тщательнее искать секретные... Ай, съехали с горки. Секретные места нужно тщательнее искать, ребята, потому что... Бац, есть. Потому что иногда бывает сложно. Так, что это за такой уровень? Ребята, опа. А, это уровень пазл, да? Смотрите. Ай-яй-яй-яй, не туда пошли, не туда пошли. Опа, так. Ага, то есть нам нужно угадать, на чем стоять. Ай, не угадали. Так. Так, оп, постояли здесь, теперь сюда прыгаем. О, все, хорошо, хорошо, хорошо. Все, эта комнатка должна заполниться полностью блоками, и тогда мы сможем выбраться. Отлично, так, залетаем сюда. Есть, 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 почти получилось, ребята. А, все, получилось, да, все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чуть не задавили нас. О, ребята, что это за пенечки такие? Вот это интересненько. О, это пенечки, смотрите, бабах, получай. Хм, интересные тут создания вводятся, ребята. Так, а если вот так вот получай? Сколько монет рассыпалось, классно, ура. Так, сейчас мы взорвем эти пенечки. А нет, не достал. А нет, достала их взрывом. Хорошо. Так, ну что ж. Червячка уничтожаем и спускаемся с горки, ребята. Как зимой на санках. Классно. Люблю зимние всякие вот эти вот, знаете, развлечения. Да что ж такое, мы ж были над водой, шарик. Чё ты у нас не хочешь, блин, последняя жизнь осталась. Чё ты у нас не хочешь над водой находиться так долго? Ай, чё-то в нас кто-то кидает, ребята, нет. Чё ты в нас кидаешь? Ой, сейчас взорвётся-то. Ай-яй-яй-яй. Так, а ну, что ты в нас решил кинуть? А ну-ка, иди сюда. Какой-то гномик, ребята, смотрите, непонятный. А ну-ка, на. Ай, бочки, да что же они на нас летят-то так серьезно-то, а? О, еще один гномик. И еще. Так, гномики здесь сошли с ума, они кидают в нас бочки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребят. Оу-оу-оу-оу. Это серьезно, так. Ну, надо с ними разбираться, потому что гномики эти тут опасные, конечно. Парни, непростые. Ну ладно, сейчас мы разберемся со всеми ними. Оп, получай, гномик. Гномик, 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 гномик. А есть. И вот эти деревяшки сейчас мы. Тут цепная реакция, смотрите, будет. Бац. Все, всех. О, какой шар огромный. Но мы там еще внизу не были, ребят. Там внизу были еще какие-то... Опа, опасности. Опа, видите? Здесь опасно, не ходи туда. Но мы поплывем. Мы смелые шарики. О, так, интересно. Что это у нас тут? Запрятано что-то, ребята, здесь. Ха, интересно, а что здесь запрятано? Ну, тут ничего нам не показывают. Опа, опасно пишется. Странно, мне кажется, секретную комнату от нас таким образом прячут. Ну, ладно, ладно, ладно. Это мы разберемся. Такс, такс. Это мы, ребята, разберемся с вами. Сейчас мы докатим. А, этот шар огромный, тяжеленный. Фух, так, дотянули. Но тут еще есть. О, о, сколько всего. О, а там тоже что-то было, да? А ну-ка. А ну-ка, оп. Нет, нет, там ничего не было. Это хорошо, но, эх, комната закрылась, к сожалению. И теперь нам нужно кнопочку нажать. Ага, нам нужен камешек, ребят. Ай, летучая мышь нападает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, 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 есть, есть. О, небольшой фонтанчик из монеток, ну как бы не помешает никогда, а вот и камешек, который поможет нам, судя по всему, открыть дверку. Ага, так, тут больше ничего, вот тут собираем все эти монеточки, нам они пригодятся, секретные секретики мы тут собрали.
Это замечательно. Так, ну а тут ничего нету такого? Нет, вроде ничего. Ну хорошо. Так, кнопочку мы теперь знаем, как нажимать. Может и та дверь откроется, ребят? Ну не знаете ли вы, а? Не, эта дверь не откроется. Ну ладно, погнали отсюда. А тут-то на что будет? Угу, лифт. Интересно, куда это он нас поднимет? А поднимает он нас вот сюда. Есть, есть, есть. Может тут где-то секретик будет, 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 будет. Нет, не будет, ну ладно. А тут может... Просто они могут быть, ребята, в самых неожиданных местах. И никогда даже не знаешь заранее. Невозможно предугадать, где... О, вот как я и говорил, ребята. Невозможно предугадать, где тут что будет. Ого, сколько тут камней. Ха, интересно, для чего они нам нужны? Воу, как их много-то. И что? Так, а если мы взорвем тут... О, мышки нападают, ребята! Вот это да! Уху! Так... Интересно. Интересно. О-о-о, так, лифт, этот, он рабочий получается. А камни зачем нам, интересно? Непонятно. Ну, мышек мы уничтожим вот так вот. И... Сейчас вот тут вот... А, ну бочки. Бочки мы вот так вот отсюда... Вот так вот скинем. Так, и идем дальше. Думаю, нам там что-нибудь интересненькое... Может, удастся увидеть. А, ну, эти камни сюда нельзя поднять с помощью... А, все, ребята, это все уже конец уровня. Ну, вот такой вот уровень забавный. Но, мне кажется, мы не все секретные комнаты почему-то нашли. Почему-то мне так вот кажется. Но мы и не можем, или можем обратно уехать отсюда. Можем, да. А, вот тут все и открылось. Но эта дверь, да, закрыта. А мы там еще оставили несколько вещей. Ну да ладно. Ладно, не страшно. Ну ладно, да. Все, хорошо, ребята, тогда идем в конец уровня подсчитывать наши результаты. Самое интересное будет в конце. Сколько звезд мы заработаем на этом уровне. Да-да-да-да-да. Ну, я думаю, достаточно много. Вот зачем эти камни здесь? Непонятно, конечно. Ну да ладно. И что ж, смотрим, ребят. Итак, результат наш. Раз звезда, два звезда. И да нет, секретной комнаты мы что-то совсем не нашли. Да, ребята, и в прошлый раз мы тоже не все нашли. Не знаю, где они их прячут. Ну да ладно. Что ж, если вам это видео понравилось, то смотрите следующее. Adios, amigos.